Девушки в национальных русских костюмах и итальянские орликины на ходулях. Представление в духе средневековой мистерии открывает фестиваль «Шкинь-опера». В третий раз на Коломенской земле встречают оперных исполнителей. И в этом году не только из России, но и Италии. При поддержке правительства Московской области фестиваль уже стал одной из традиций Коломенского городского округа, а в следующем году соберет еще больше участников. Екатерина Малашенко, Геннадий Балакирев, Екатерина Кудлова, Новости 360.